КАМАЗ, груженный песком, заблокировал улицу танкистов. ДТП произошло в районе танка. Грузовой транспорт двигался вниз со стороны Навашино. Водитель, по его словам, не справился с управлением и на огромной скорости протаранил легковой автомобиль и грузовую «Газель», после чего КАМАЗ перевернулся на бок. В результате аварии никто не пострадал, но оказались заблокированы трамвайные пути. Не справился с управлением. Вас занесло? Да. Машины несколько протаранили? Да, две машины зацепил. Как остановиться удалось? Занесло, лег на бок, так остановился.